9 августа 2023 год. Как найти на небосводе туманность Андромеды, ближайшую к нам галактику, к Млечному Пути? Значит, задираем ночью голову вверх. Меня для ориентира не найдете. Может, апостола Петра, но без бронежилета. Он ему вряд ли нужен. Смотрим, ищем Кассиопея. На Млечном Пути W. Вот это характерные звездочки обвел. Это сегодняшняя фотография. В 4 где-то утра в зените прямо было, значит, Запорожская область возле города Орех. Вот так ориентировочно, да? То есть тогда у вас все в фотографии, все пропорции соблюдены, ничего не увеличил. Видишь все невооруженным глазом, просто без оптики. А внизу под W будет вот такой кораблик. Это Андромеды созвездие. Оно выглядит по-другому, но я его вижу вот именно так корабликом, да? То есть у меня вот так вот, вот как будто это кораблик, мачта, там, ну, носик задран, там кариатидная ростра какая-то на нем, флажок вот этот на мачте. И на мачте вот там типа как... Пареидолия, да, вот на этом кораблике у меня получается в желтом квадратике как раз туманность Андромеды. Вы ее увидите, если...